Все больше желающих познакомиться с культурным пространством Хакасии фиксируют организаторы акции «Ночь искусств». Театры, музеи и библиотеки распахнули свои двери и приготовили для всех желающих множество интересных занятий и конкурсов. О креативности без границ. Татьяна Донцова. Когда в библиотеке гремит рок-группа или играют на гитаре, и даже танцуют сальсу или бачату. Все это ночь искусств, время, когда за каждым поворотом новые впечатления. Здесь рукотворная красота из мыла и изолона, а здесь плоды трудов одного из сотрудников библиотеки. Когда на дворе снег лежит, а здесь такая красота и такие живые цветы, все удивляются, все подходят, трогают, и у них такое удивление, неужели это настоящие цветы? Национальная библиотека имени Доможакова устроила целую феерию из конкурсов, мастер-классов, концертов. Но не только для развлечения. Библиотекари не забыли о своей главной миссии – просвещении и проверили, хорошо ли читатели помнят классику и что знают об истории открытки. Раз за раз мы встречаем одни и те же лица, бывают, приходят. То есть они ждут специально этой ночи для того, чтобы прийти и посмотреть библиотеку совсем с другой стороны. Театр начинается не с вешалки, а с примерки его образов. Читиген в «Ночь искусств» достал из своих закромов костюмы и позволил зрителям перевоплотиться в героев спектаклей. А здесь колдует бутафор – незаменимый специалист в искусстве лицедейства. Вы ж не думали, что те же яблоки у актеров настоящие? Конечно, в театре главный актер, но в спектакле, спектакль или сказка не получится без, например, без предметов, которые используют актер именно в игре. Одна из самых масштабных площадок развернулась в краеведческом музее. Ремесленников, мастеров и коуч-тренеров столько, что яблоку негде упасть. От массажа тибетскими чашами до рисования солью. Занятия и развлечения по вкусу может найти и взрослый ребенок. Гвоздь программы – концерт в зале изваяния музыканта из Екатеринбурга. Сейдж играет особую музыку на народных инструментах. Ночь искусств музей посвящена Дню народного единства. Зрители покорили танцы народов мира, а еще они могли увидеть национальные костюмы разных народов Хакасии. Наша большая музейная семья. Каждый год стараемся удивить гостей, жителей города Абакана. Конечно же, это новые мастер-классы, это новые экскурсии, это новые концертные площадки. Ночь искусств – культурно-просветительская акция, впервые состоялась 10 лет назад в Москве. За это время она обрела всероссийский масштаб и доказала свою результативность. Растет популярность ночи искусств и у нас. Сейчас это одно из самых ожидаемых событий в культурной жизни республики.